Добрый день, дорогие друзья и гости нашего YouTube-канала. Сегодня с вами компания Арбат Хоумс и я, Анастасия. Мы сейчас находимся в районе Арпач-Бахшиш и буду рассказывать вам я о новом комплексе, который только что поступил в продажу, то есть еще даже нет котлована. Но про Арпач-Бахшиш мы рассказывали много, рассказывали о его прекрасной широкой набережной, где вы всегда можете погулять, покататься на велосипеде, на роликах или просто прогуляться со своей семьей. По вечерам здесь всегда проходит базар. Также мы рассказывали про великолепные пляжи, полностью оборудованные, песчаные, с пологим входом в воду. Но сегодня немножечко не об этом. Забегая немножечко вперед, я знаю, что вы будете спрашивать о том, какая же стоимость этой квартиры, какая же стоимость этого комплекса. Так вот, я расскажу, что такое стадия строительства. Когда только застройщик выпускает комплекс под продажу, да, цена одна. Сейчас на данном этапе, когда снимается это видео, не факт, что когда это видео будет попадет в YouTube, прайс не поменяется. Поэтому, пожалуйста, всегда не стесняйтесь, пишите нам по номеру, указанному на экране, либо напишите в комментариях, и мы с удовольствием отправим вам актуальный прайс. На данный момент квартиры в новом комплексе стартуют от 365 000 лир. Это стартовая цена. Цена будет изменяться от этажа, то есть чем выше, тем дороже. Также в комплексе будут представлены две планировки. Это 1+1 и 2+1. Стоимость, конечно же, тоже разная. 1+1 и 2+1. Прайс я специально прикреплю в этом видео, чтобы вы его увидели, посмотрели, сколько квартир уже продано, хотя комплекс только поступил в продажу. Сейчас есть уже полностью подготовленная земля, земельный участок, на котором будет строиться этот комплекс. Я его сейчас вам покажу. Мы туда отправимся, расскажу, какая инфраструктура будет в данном комплексе. И, конечно же, самое главное преимуществом вкладываться на стадии строительства есть то, что у вас есть возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой до конца строительства. То есть это практически на целый год вы можете растянуть свои платежи. Первоначальный взнос 30%. А сейчас мы с вами отправимся на объект и посмотрим более подробно, что там сейчас происходит и где же он находится. Как я вам и обещала, мы приехали в то место, где начинает строительство наш новый комплекс, в котором будут представлены, напомню еще раз, квартиры планировки 1+1 75 квадратных метров и квартиры планировки 2+1 110 квадратных метров. Комплекс будет состоять из одного блока, 15 этажей в комплексе. Также в инфраструктуру данного комплекса будет входить большой открытый плавательный бассейн, открытая парковка, детская игровая площадка, зона отдыха и зоны барбекю. Комплекс находится на расстоянии 250 метров от пляжа, песчаного и полностью оборудовано с лежаками и зонтиками. Что хочу еще сказать, что сейчас на начальной стадии строительства у вас есть еще возможность купить по самой низкой стоимости квартиры в данном комплексе. Как только они зальют фундамент и поставят первый этаж, цена может изменяться. Застройщик вправе поменять стоимость квартир, когда он захочет, и на столько, насколько он захочет. Это может быть 3%, а может быть и 15%. Просите, пожалуйста, всегда прайс, и, как я уже говорила, не стесняйтесь, мы всегда на связи, всегда вам ответим по номеру, указанному на экране, и пришлем вам все прайсы и сориентируем вам по квартирам и по тому количеству, что у нас осталось на данный момент. Ну что же, комплекс, как я и говорила, уже находится в районе Арпач-Бахшиш. Об этом вы можете посмотреть ролики у нас на канале. Очень много мы рассказывали про этот район. А сейчас хочу рассказать еще немножечко о комплексе. Данный комплекс нам предоставила строительная компания, которая на рынке уже больше 35 лет. Мы давно сотрудничаем с данной компанией и гарантируем качество строительства. И все сроки сдаются, конечно же, вовремя. Если вас заинтересовал данный комплекс, пожалуйста, вы всегда можете нам написать по номеру, указанному на экране, либо пишите в комментариях, нажмите на колокольчик и поставьте мне лайк, если вам понравилось это видео. И поторопитесь, хочу сказать вам, что недвижимость в Мерсине достаточно стремительно растет в цене. То, что было год назад, таких цен уже, конечно же, не будет. Поэтому сейчас у вас есть еще возможность купить по доступной цене. С вами была компания Арбат Хоумс, я ее представитель Анастасия. Всего доброго, пока-пока. We'll be right back.